Всем привет! Сегодня мы находимся в магазине Ашан и посмотрим сегодня с вами на посуду и вообще все, что есть новенького и интересного здесь. Посмотрите, какой огромный выбор тарелочек. Это, конечно, все дорогие тарелочки. Очень большой выбор глубоких тарелок. Цена варьируется от 200 рублей вот на эти именно и выше. Но здесь вот немножко подешевле пошли белые тарелочки, 170-175. Я думаю, вам цены видно. Посмотрите, 186 рублей. А вот можно собрать целый наборчик. Все здесь это есть. Как интересно смотрится. Очень оригинально. Люблю светлые тона. Здесь уже с рисуночком тарелочки меньшего размера. 113,83 рубля, 155, вот тоже полуглубокие, видите? Это, наверное, на 250 грамм порции, которые. И маленькие тарелочки, 88 рублей. 134 квадратные, 122 рубля, тоже маленькие, белые. И здесь по 108 тоже есть миленькие, есть просто стеклянные дешевые от каждый день. И много выбор большой маленьких бокальчиков, тарелочек. Вот 159 рублей. Вот эти тарелки очень, кстати, хорошие. У нас у Лены в Самаре такие тарелки. Очень классные тарелочки. Мне нравятся. Детская тематика по 116,208. Есть по 98 глубокие. Для мальчиков и для девочек. Бокальчики очень интересные вообще, конечно. Есть наборами. 691 рубль. Тоже так же для девочек и для мальчиков. Поилочки. 172 рубля. Салатники. Думаю, цены вам видно. Это все стеклянные салатники. 69, он маленький. По 119 рублей вот такие. Вместительные. Сколько они, интересно? 13 сантиметров диаметр. Сделано в Китае. Почему-то цена стоит 129 рублей и 119 как-то. Не знаю, может быть, здесь что-то перепутано. Посмотрите, есть такие голубые по 159 и есть более маленького размера по 109. Очень большой выбор тематики праздничной. Посмотрите, на день рождения всякие свечи. Первый раз свечи, чтобы были прям такие 20-40 лет. Очень много пластиковых тарелочек, бокальчиков, скатертей. Скатерти одноразовые и просто клееночками. Ассортимент, конечно, огромный. Посмотрите, с цветочками. Цвета разные. Но это прям вот качеством, как клееночки вот эти, которые я смотрю, по 112 рублей. У них очень интересная такая идет обоечка. Вот такие есть ажурные скатерти. Смотрите, какие цвета здесь есть. Очень красивые. Хотите с голубым? Вот, смотрите, белые прям, серенькие, бежевый оттенок. Разные, разные. По 242 рубля на стандартный кухонный стол. Есть декоративные. Но это тоже здесь они вот перепутанные тоже с этими цветами. Но вот декоративная вот такая вот по 172 рубля. Эти мы смотрели с вами. То, что их здесь очень-очень много. По 112 рублей. Есть вот такие, прямо они совсем тоненькие, одноразовые, по 80 рублей. И есть вот такие на, в рулонах, они свернутые на палочке 5 метров на 1,35 м. Ну, если вот на природу выезжать, допустим, можно и такие брать. Одноразовых тарелочек, конечно, очень много, по 75 рублей, по 52 рубля. Давайте посмотрим, сколько их штук. 6 штук, 23 сантиметра. Видите, выбор тоже огромный. Какие хотите. Расцветочка разная. Есть даже вот с днем рождения. То есть прям праздничной тематики.
а что очень даже хорошо. Стаканчиков очень много. Цены, я думаю, все видно, они все разные, и цена разная. Все покажу вот так вот. Очень удобно, кстати, на праздники все поставил, чтобы не мыть, убрал все, выкинул и порядочек. Пластиковых стаканчиков тоже огромный выбор. Вилочки, ложечки, ножечки, контейнеры. Посмотрите, как их много. Тарелок очень много пластиковых. Цены, я думаю, тоже видно. Даже есть фужеры, посмотрите, по 65, по 79. Огромный выбор бокалов для вина, фужеры для шампанского, всяких стаканчиков, рюмочек. Посмотрите, как много. Мне кажется, в этом магазине их достаточное количество. Чтобы что-то выбрать, обязательно себе что-то найдешь. Вот, фужеров вообще, посмотрите, выбор есть, есть что взять. Вот какие интересные на черной ножке, 136 рублей 70 копеек за штуку. Очень интересный вариант. Есть очень нежные, с белым таким, каемочкой с белой. 172 рубля 60 копеек за штуку. По 141 рублю есть обычные. Есть подешевле варианты, по 91, 93 рубля, 83. Тут уже бокал для вина. 85 рублей. Недорогие. Наверное, здесь они самые дешевые. Посмотрите, бокалы для вина. Сейчас по 99 рублей распродажа. Белые, такие как затуманенные. Очень интересно смотрятся. А также есть чуть подороже и дешевле. От 83 рублей. Есть даже по 40 рублей. Есть рюмочки по 6 рублей. Но они здесь всегда есть, я скажу вам. Дешевле, наверное, конечно, уже нет нигде. Стопка 50 мл, 6 рублей. Классно. Здесь их очень-очень много. По 14 рублей. Они чуть уже дороже. 45 мл они. По 15 рублей. У нас, кстати, дома вот такие рюмочки есть. Очень удобные, моются хорошо. Бокалы для сока, посмотрите, какие интересные, тоже есть 39 рублей, 99 рублей, и чуть дороже есть, 152 рубля, 142, цены, я думаю, вам видно, они даже с рисунками есть, есть темно-синие, серые, коричневые, есть обычные, самые дешевые, посмотрите, по 14 рублей 50 копеек бокалы, самые обычные вообще, просто бокалы, все, стакан высокий. Объем 230 мл, 14,50 стоит. Детские стаканчики по 113 рублей. А есть по 35 рублей, посмотрите, тоже такая вот тематика, еще новогодняя, наверное, еще осталась с мышами. Сейчас они в распродаже. Есть по 17 рублей обычные стаканы. Низкий стакан, объем 250 миллилитров. Я думаю, все цены видно, если интересно. Вот тоже смотрите, какие красивые, по 45 рублей. И по 129 синие, синие прям как граненые они. Посмотрите, какой интересный вид у них. Цена за штуку указана. Очень много всяких разных емкостей пластмассовых, посмотрите, тоже разные цветом, душлаки, есть и как металлические, так и пластмассовые, есть на ножках, без ножек, ковшки, цены, я думаю, тоже здесь видно. Очень много лопаточек всяких разных, венчиков, формочек, посмотрите, все для кулинарии, даже в виде цифр есть формы. Мерные стаканы. 5 рублей. Пистолеты. Шприцы. Здесь также можно увидеть мерные стаканы по 40 рублей. Посмотрите, тоже дешевые. Хлебницы недорогие. Ведра. Эмалированные.
Ну и вообще много-много всего. Посмотрите, тортница недорогая, 279 рублей. Прям с крышкой. Есть 288 рублей, повыше, но поменьше по диаметру. А также есть плетеночки, ну тоже пластмассовые. Много всяких банок для круп, сахара. Тоже цены все видно. Контейнеры. Контейнеров очень много, поэтому говорить прям в частности про один я не буду. Посмотрите глазами своими, какой вам попадется на глаза. Цена, мне кажется, здесь все видно. Разноцветные такие пестрые стоят. Практически все с крышками. Но размеры, думаю, видно, что они все разного размера. В зависимости от цены. Контейнеры для хранения столовых приборов. Также есть маленькие, посмотрите, по 35, 52 рубля, 76 рублей. Все это пластмасс. Вот эти, я думаю, наверное, поудобнее, их попроще, может быть, даже и мыть, потому что у них побольше дырочек. Здесь тоже внизу они есть. И есть прям по 79 рублей для всего. Вот тоже какие интересные, с оливками по 130 рублей. 89 синенькие. Ковриков много в раковину, которые кладутся. А также много тоже приборов, лопаточек, шумовки, ситечки. Лопаточки недорогие, по 10 рублей деревянные. Правда, они одноразовые. Вилочками вон по 8 рублей есть. Я редко, но пользуюсь такими. Обычно как-то вот такими пользуюсь. Я даже не знаю, из чего они состоят. Много тоже всяких открывашек разнообразных, ступки, ножи, разделочные доски дешевые. Ножи, кстати, здесь очень большой выбор. Прям разные, хочешь для овощей, для мяса, для хлеба. Посмотрите, каких только нет, резаки только такие. Доски деревянные тоже много, разного размера, по разной цене. Есть также дешевенькие пластмассовые кастрюльки. Алюминиевые они, наверное. Дешевые. Вообще цена 194 рубля за такую большую кастрюлю. Сотейники. И вообще кастрюль здесь тоже очень-очень много. Разнообразные. Посмотрите, также есть распродажи по 379, 499. Много есть выбор кастрюлек. Даже можно подешевле что-то урвать. Вот тоже по 549 сейчас в распродаже стоят кастрюльки с рисунком. Эмалированные кастрюльки с крышкой. Вообще все по вашему желанию, какие угодно. 554, посмотрите, антипригарные. Ну, есть, конечно, и дорогие. Формы для выпечек. Тоже разные размером, по диаметру. Цены, думаю, видно. Съемные есть по 800 рублей. Раздвижные. Дим, что, горшочки смотришь? Он все просит из горшочка картошечку. Думаю, когда-нибудь, наверное, прикупим мы тоже. Посмотрите, есть вот такие 0,7 по 115 рублей. Да, 0,7 они? Угу. По 252 рубля большие и по 75 они маленькие. Пол-литра. Да, они пол-литра. Пол-литра 75 рублей 40 копеек. А эти 0,7 по 115 рублей 80 копеек. С крышечкой горшочки. Также есть по 119 вот такие формы. Сковородочки с антипригарным покрытием. Блинницы.
квадратные даже есть. Сковородочек вообще очень-очень много. Маленького диаметра. Видите, там большие висят, а здесь более меньшего размера. Чайников тоже очень-очень много. По 295 рублей даже есть. Посмотрите, со свистком чайник. Все как положено, но очень-очень дешево. Есть эмалированные по 403 рубля, 603, ну, в зависимости от литров, конечно. Мантышница 794 рубля. Блинница, посмотрите, какое большое количество их здесь висит. По 160 рублей. Сковорода блинная, диаметр 22 сантиметра, 160 рублей. Кстати, с антипригарным покрытием написано. А вот эти тортницы, которые мы там видели, по 279 рублей. Вот они здесь тоже стоят. Давай посмотрим, что хоть написано. Ничего не написано. Блюдо нежность с крышкой. И все. Давай почитаем, что там написано. Ничего нет? Да, ничего нет. Блюдо нежности, все. Диаметр не указан. Ничего. Салатницы. Подносики разные. Смотрите, какие интересные тарелочки в виде листочка. А вот для рыбки по 80 рублей. Есть даже плоские салатники, тарелочки сервировочные. Столовые приборы, вилочки, ложечки. Давайте вот так проведу, посмотрите, если интересно вам. Каждую по отдельности уж не буду снимать, показывать. Все они упакованы по 2, по 3 штуки. Смотрите, какие интересные, прям наборчиками детскими. 420 рублей наборчик. Вот 349 тоже с пандочкой. Ложки столовые. Маленькие ложечки. Все по рядкам здесь. Ну и которые прям самые дешевые. Тоже здесь они есть. Наверное, которые быстро потемнеют и заржавеют в конце уж. Соусники. 199, 338 рублей. Сахарницы, посмотрите, какие красивые, по 338 рублей. И это как раз те, которые мы вот там с вами вначале смотрели в сервизах. Вот они здесь стоят. Графины 579 рублей. Ой, какая красота вообще. Здесь так много всего красивого. Для варенья плошечки 38 рублей. Стекло. По 244 тоже красивые. Для соли с перцем дозаторы, вот эти баночки по 132 рубля, 166. Заварочные чайнички. Большой какой, 529, прям на нашу семью из 5 человек как раз такой нужен. 893 рубля. Вот такие подарочные наборы есть. Это чайник с чашкой, я так думаю, 399 рублей. Чайник снимаешь, внутри чашка. Бабушкам на подарок. Вот тоже красивые. Есть кофейные наборчики подарочные по 99 рублей. А это, наверное, самый дорогой такой бокал. 405 рублей, я уж не знаю. Прям очень дорогой. Если только прям супер-пупер на подарок. 407 рублей. Big Boss. Есть чайные сервизы. Бокальчиков, чашечек очень много. Тоже выбор большой. В
Расцветка тоже разная, и цена, конечно, тоже в зависимости от этого тоже разная. По 99 вот есть распродажные чашечки Love. По 109. Но все равно это, я считаю, дорого для чашки, для кружки. Это дорого. Покажу вам вообще, какие есть. Вы уж посмотрите сами. Выбор же прям вот на глазах. Вот тоже какие интересные. По 116 рублей мне такие нравятся. А это уже просто стеклянные пошли бокальчики. Мы пользуемся такими вот. Мне нравятся. Они легко отмываются. Не требует ничего. Купил 6 штук, пользуйся. Разбил, заменил. Опять все такое же. Классно. Взаимозаменяемые. И они здесь есть всегда. Здесь тоже разнообразные стоят бокальчики. По гороскопу 166 рублей и прочие. Вареницы, кстати, вот эти по 38 рублей, которые мы до этого смотрели и видели. На этом, наверное, буду заканчивать. Если понравился обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!